Так, вот мы сели, наделали, переделали все дела, и теперь хотим попробовать поиграть. Они уже, пацаны, один раз пробовали, уже мы поняли, как принцип игры, правила игры. Да, сейчас надо все эти туда. Вот, сейчас Рамчуся готовится, чтобы мы играли втроем опять, второй круг. Значит так, здесь вот есть такая вот башенка, это пальма, здесь есть дырочки. Нужно нам вставить на каждый этаж по два цвета. Здесь у нас три цвета присутствуют. Это вот такой зеленый цвет, оранжевый цвет и синий цвет. Вот из каждого цвета на каждый этаж нужно позапихивать вот эти палочки. И потом в середину вот сюда мы закидываем обезьянок. Вот. И потом есть у нас такой вот кубик. Вот, мы его подкидываем, и кубик нам определяет игроков, какую палочку нам тянуть. К примеру, если мне выпадает синий цвет, значит, мне нужно тянуть синюю палочку. И потом, как бы эти все обезьянки, так как они находятся у нас внутри пальмы, они будут падать. И вот, у кого будет самое маленькое количество обезьянок, он выигрывает. У кого будет самое большое количество обезьян, он проигрывает. Давай, кидай обезьяну, мы как раз сейчас вот заснимем. Давай. Вот они вот так цепляются. Так лучше, когда много. Ну, давай. Все, пускай там. И начинаем игру. Бумага, кто первый? Если обезьянка упала на пол, уберите ее, опять положите сюда. Давайте. Камень, ножницы, бумага. Все. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Рами последний. Нет. Почему? Мы ножницы с Даниэлем были, а ты бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Даниэль первый. Даниэль первый, я вторая, Рами третий. Я, давай. Я первый. Вот кубик, пожалуйста, вручаю тебе. Давай. Только не бесись. Не бесись. Какой цвет? Синий. Синий. Давай. Аккуратно. Нет, молодец. Вот, и видите, чем больше как бы мы начинаем доставать эти палочки, мама, обезьянки вторая. Спускаются ниже. Мама, я вторая. Кидаю. У меня зеленый цвет. Я буду вытаскивать зеленую палочку. Ну, давайте вот это вот ближе всего ко мне. Я вытащила. Теперь Рамчуся. Кидай, сына. Какой цвет? Зелёный. Тоже зеленый. Доставай. О, повисли. Не надо так дергать. Я считаю, что не надо дергать. Надо потихонечку. Давай, Даниэль. Теперь Даниэля вход. Синий. Никакая. Теперь я. Прости. Оранжевый. На самом деле здесь, да, это розовый цвет, но это оранжевый. Потому что розовых палочек нету здесь. Так, я убираю. Оранжевый. Опа. Мам, мы убрали здесь. Давай. Ромушка. Хорошо. Ромашка. Опять оранжевый. Нет, ни одна выпала. Рами упала. Ладно. Даниэль, давай, твоя очередь. Моя очередь. Зеленый. Зеленый. Молодец. Молодец. Никакой. Теперь даже, мама. Даже в другую не пошла. Синяя. Синяя, синяя. Вот такая вот я невезучая, у меня сразу три упало. И зеленый. Кстати, каждого по цвету мне выпало. О, ни одной. Молодец. Давай. Зеленая. Одна. Даниэль, один. Мам, давай твоя. Давай. Сейчас у тебя еще 10 штук еще будет. Нет, не надо. Зеленая. Так, 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 так. Там есть кто-то? Да. Да, пожалуйста. У меня уже 4 обезьянки. Явно, что я не победитель. Откуда ты знаешь? Синий. Молодец. Молодец. Синий. Ну, просто у них уже больше опыта. Они уже играли. А я только первый раз сижу, буду оправдываться сейчас. Давай мне. У меня только одна. Молодец. Давай мне шарик. Кубик. Шарик.
Синий опять. Ничего нету. Ну так у меня уже 4, мне хватит. Оранжевый. Молодец, как тебе повезло. Зацепился хвостиком, да? Вот он. Давай, Даниэлю. Оранжевый. Две упало. О, теперь я и Даниэль одинаковое количество обезьянок. А я только одна. Молодец. Оранжевый, давай. Я рисковая женщина, буду вытаскивать. Мама, больше нас. Рисковая женщина, это моя была ошибка. Ужас. Ну все, уже явно я проиграла. Там уже столько обезьян нету, сколько у меня. Я уже все их... Молодец, Рами, прям везучий. На. А тут еще полно висят. Оранжевый. Кто выпад... Кому выпадет зеленый, он умирает. Они все повисли на одной, да? Ага. Точно, если будет зеленый. Не, ну хотя еще зеленый есть внизу. Оранжевый. Мама, осторожно. Один этот упадет. Нет. Зеленый. Зеленый, Рами. Давай вот этот верни, вытаскивай. Согласен. Два. Нет! Что? Два, два. Два упало тебе. А у Даниэля было два, ему 4 выпало. Значит, ты, да, у него 6. У меня только один выпал. Давай твоя Даниэля на очередь. Не шатай пальму. Да ничего нет. Давай. Мама. Проиграешь точно. Синяя. Это упало. Ой. Что мне выпало? Зеленый. Зеленый. Собирай все твои. Рами не выиграл. Давай, Даниэль, да почему еще не это? Вон еще сколько там висит. Может, сейчас Даниэль соберет остальные. Оранжевую вытащи. Оранжевая. Нету, значит, кидай еще раз. Опять оранжевая, еще раз. Зеленая. Бери. Моя. Твоя. Моя. Зеленая. Мама, все. Ой. Синяя как раз, только синие остались. Давай, решай. Почему у тебя есть третья, вот на которой, да, я тебе помогла. Я тебе помогла. Нельзя, надо, чтобы синяя только попала. Даниэль, ну, в принципе, я думаю, можно сейчас купить. Вот синяя, давай, вытаскивай. Давай, там и там, все уже, давай, решай, остались две палочки. Три штучки твои и две штучки мои, считаем. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. У меня девять. У Рами девять, у тебя сколько? Считай. Раз, два. Три, четыре, пять. На арабском читай, если тебе легче. Семь, восемь, девять. Арбахам, семь. Мама! Ну не раскрепляй. Арбахам, семь, четыре, собака, я выиграл, у меня девять. Рами выиграл девять. У нас, кстати, у всех разница на один, да, получается? Мама, еще раз. Ну давайте. Вот такая вот игра. Мама, вам нравится? Ага. Ну, слава богу, главное, чтобы вам нравилось. Вот такая вот игра. Давай. Всем пока-пока.